Короче, давай. Туда гулять пойдем? Я думаю, туда смотреть, вот туда смотреть. Туда смотрите. На тарелку, короче. Сюда не смотри, смотри туда. Я предлагаю ближе к ГУМу идти, потому что дождик что-то собирает. Да, мы сейчас зайдем в этот, под крыльцо. Здорово, ребята, вот Шамшурин, это Серега. Привет, привет. Привет, Серега. Да, здорово. Опять вот это вот, блядь, постановочное. Опять, блядь, началось. Серега вот у нас сломал руку, да, но для многих, я думаю, ты им факсом показываешь. Для многих, короче... Это была бы причина, как минимум, ничего не делать и говорить, ну, у меня же рука, блядь. Это вот, это, кстати, это... Гипс, да, лонгет. Специальный, настоящий гипс, я так понимаю. Не будем проверять, Серег, больно, да? Да, да, ну, уже нет. Уже а почему? Ты не мылся уже неделю? Пиздец, я уже месяц не мылся. А я думаю, пахнет. Там воняет вообще из него уже конкретно. Не, ну, у меня перчатки тоже воняют. Да? Какие? Ну, такие. Медицинские. А ты зачем в них ходишь тогда? Короче, смотрите, сейчас Серега подходит, мы его попинаем, посмотрим. Я думаю, что пинать не придется, так же, как и Денчика. Хотя Денчика это один раз пришлось. Что скажешь, Серега, сколько тебе лет вообще? Мне 23 года. Кто ты таков? Я предприниматель, мне 23 года. Откуда родом? И чьих будешь? Я родился в Нижнем Новгороде, потом жил в поселке Павловском, потом жил в Перми и сейчас в Москве. Че, в Москву ты приехал? Да везде что-то не особо круто, здесь круто. Круто? Здесь трафика много. Здесь можно руку сломать. Да. Легко. Денег побольше здесь, да, действительно. А что, какой трафик, что-то? Трафик? Рафик! Рафиком занимаюсь. Рафиком? Что делаешь? Да что, работаю по трафику там, пацанам рассказать. Короче, пацаны, лью трафик. Короче, партнерюсь с бизнесом, делаю клиентов бизнес. Вот сейчас пятихатку зарабатываю в месяц. Такая вот тема. Вот. Что еще сказать? Возьмешь нас к себе? На обучение? Да, короче, нафиг пикап, это, я записываю. Ладно, смотри, мы, короче, пойдем попробуем. Привет. Классно выглядишь. А ты что, ждешь кого-то? Да, подругу. А. И ты решил эту час тут посидеть, я подождать? Да. Прикольно. А что ты не сядешь куда-нибудь там в другие места? Не хочется. У тебя такая сумка такая прям какая-то необычная вся. Такая, как портфель такой, знаешь. Не то, что он какой-то старый, но у меня у дедушки вот такой портфель был. Он с ним такой ходил такой и носил там, короче, всякие книжки разные и читал. А он пустой у тебя, что ли? Нет, он не пустой. У него была куртка, но стало холодно. А, прикольно. Спасибо. Ну, супер. Классная рука. Это... Спасибо. Мне говорят некоторые, что я изолентой ее перемотал. Не похоже, что это изолента или похоже? Не похоже. Думаешь, как я вообще... Думаешь, что вообще с ней? Вот, ну, чисто так предположения какие-то. Есть у тебя примерные? Упал, очнулся, гипс. Ну да, кстати, лонгет только. Это мне типа... Колготки классные, такие у тебя тут вообще офигенные. Вот это, кстати, я заметил у всех девчонок, вот здесь вот такие штучки есть, вот это вот. Это вообще для чего? Резинки для волос. А что ты не сделаешь резинку для волос? Я завязала, потом распустила, надоела. А, прикольно. Меня, кстати, Сережа зовут. Очень приятно. У тебя такая рука? Какая-то, стой, подожди. Какая? Такая маленькая, влажная такая, слегка такая маленькая. Я просто стесняюсь, на самом деле, подошел к тебе, тоже рука даже вспотела немного, да. Просто понравилось, думал, дай подойду, пообщаюсь, поздороваюсь. Пообщайся. Вот. А ты что вообще, часто, ну, куда там гуляешь, там выходишь, что вообще делаешь-то? Я в Москве неделю. А, ты неделю в Москве? Да. А ты откуда приехала? Из Калининграда. А, нифига себе, это тоже здесь рядышком, посижу с тобой. Присядь, конечно, тут не занято. Спасибо. Пришла записывать, кстати. Похож? 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 Смотри, а ты знакомый, да, или чей? Да нет, просто решил посидеть, пообщаться. Вы там недолго, ладно? Сейчас время мало. Хорошо, ладно, окей. Контролирует меня вообще брат. А ты откуда? Интересный вообще. Он похож на меня вообще или нет? Я не буду... Че, он похож на меня вообще, нет? Нет, не похож. А мы так-то родные братья на самом деле. Да, да, цвет рыжий похож. Да, цвет похож, да. Да, прикольно. Кстати, ты заметил такую штуку? Вот все рыжие, смотри, он тоже покраснел. Я тоже покраснел. Все рыжие, короче, обычно почему-то краснеют. Я не понимаю, почему это. Я сейчас покраснело лицо у меня. Да, вот есть такая штука. Не знаю, почему так. Да. Спасибо. А ты откуда приехал? Ты недолго вообще в Москве? Я
до 27-го. До 27-го чего? Этого месяца? Да. А потом куда? Потом обратно в свой город. А ты из какого города? Из Калининграда. А, прикольно. Ты же говорил только что, да? Да, да. Прикольно. А что, ты здесь пришла поступать хочешь или нет? Да, центральный. О, прикольно, слушай. О, да, прикольно. У меня... Ты зачем пришла в театральный-то вообще? Зачем пошла? А потому что я больше ничего не умею. Ну, то есть я умею, я, в принципе, умею все, где только научилась. Блин, ну слушай, круто. И физикой занималась, и химией, и биологией занималась. Думала, буду доктором или инженером, или переводчиком. Пошла в лингвистический, потом решила, нет, буду учителем русской литературы, а потом поняла, что вообще все не мое. И пошла, да, нафиг в театральный туда пойду. Я психанула такая пошла. Тут очень тяжело, на самом деле. В смысле, в Москве очень тяжело? В Москве очень тяжело поступить в театральный. А в смысле? А типа тут очень актеров много, и тут как-то этот, типа... Тут очень много желающих, тут 300 человек на одно место. А, нифига себе. Вообще где-то 400 или 500. Блин, он меня торопит. Слушай, у меня такое предложение появилось. Давай мы с тобой как-нибудь встретимся, на неделе пообщаемся. На неделю? Да, и этот... Что вообще скажешь на такое предложение? Мы пообщаемся. Все, давай номер телефона твой запишу. Можно про статит заработать. Да, кстати. А у тебя простат есть? Простат есть. Так, понятно. Нет, там простатит заработать. Да мы уже пошли, да, я уже хотел просто нами контактами обменяться, чтобы потом встретиться. Все садятся, короче, и начинается пикник. Пикник тут такой. Привет. Привет, я Денис. Офигеть. Я Виктор. Я тоже Виктор. Мы все Викторовичи на самом деле. Все, давай да, обменяемся контактами. Да меня брать, братья мои, меня уже. Сейчас тебе скину дозвон. Напиши. Напиши. Подражается. В принципе, есть. Симпатичные. Вот в принципе я говорил о том, что есть толстая, есть страшная, есть старая, но есть. Или как? Нет, а есть красивые. Красивые есть, но они все заняты. Бывает. Жопа вообще, жопа просто. Ну подвинь их вообще на трамвай. Трамвай. Парень, не стенка. Да. Все, давай тебе хорошего. Давай, пока. Береги себя. Давай, спасибо. Пока. У нас время было буквально полчаса 40 минут. Угу. Надо хотя бы несколько сетов таких сделать. Ну, вот как таких? Бы, как, смотри, если она будет прям вообще пиздатая, да, то есть можно и подумать. Ну, я просто типа общаюсь, я тоже сижу, общаюсь, похуй, болтаю чисто так. Надо какой-нибудь трэш там откуда-нибудь забрать, там еще что-нибудь. Какой-нибудь трэш? Да. А откуда забирать-то будем? Ну, из кафешки. Вон там одна вкосилась просто, вся на меня. На тебя? Да. Да, она и на меня сначала косилась, можно... Значит, на нас обоих. Что, зажарить ее, да, вдвоем надо? Зажарить. Здорово. Прежде чем ты продолжишь смотреть этот видос, значит, новость следующего характера, накидал тут кое-что. Если ты не успел еще приобрести мою книжку, которая, как ты знаешь, не так давно вышла, и, соответственно, флешку с практикой, с видеокурсом практики, то мы вот с моей командой открыли для тебя такую возможность еще ненадолго. То есть, соответственно, 15 июня эта возможность откроется. Будут открыты продажи и будут продолжаться всего 3 дня. То есть у тебя будет всего 3 дня, чтобы приобрести книжку, либо книжку с флешкой, с практикой, либо отдельно флешку с практикой, с примерами практических заданий. Если ты уже прочитал мою книжку и тебе осталось только начать действовать, соответственно, вот отличная возможность приобрести флешку отдельно. По поводу количества, то есть у нас есть прям минимальная партия, 150 книг всего будет и 250 флешек. И, соответственно, у тебя будет 3 дня, начиная с 15 июня, чтобы это все заказать и приобрести. Поэтому, если тебе интересно, вот время еще есть, не пропусти. Как-то так. Итак, собственно, вот такая информация. Все подробности под этим видео по ссылке. Там написано подробно, что и как. Увидимся. А, кстати, что там? Какая обратная связь? Обратной связи нет. Серега, он вообще парень общительный. Че, Кай, ты слышал, что я базарил-то или нет? Я потом тупанул в этом моменте, не знал, что как сказать, потом как-то получилось само по себе. Да и какая разница?
Че какая разница? Там про телок, он говорит, что опять эти телки. Мы тут уже к доброй половине подошли, они уже там конкретно соседи. Уже, говорят, заебали пацаны. Не, половине отыгрались на исконную, 5 штучек. Здоровая такая, мощная. Что, тебе нравятся здоровые, мощные телки? Мне, мне нравятся маленькие, меня маленькие. Привет, девчонки. Классно выглядите, кстати. Шел, шел, короче, навстречу вам. Сразу же вот обратил внимание, думал, дай подойду пообщаюсь. Ну, в смысле, я шел вот снизу, сверху вниз, и сразу же вас, я просто там с братом еще иду, и он, кстати, меня там даже стоит, ждет. Я думал, дай подойду, пообщаюсь. Прикольные какие-то девчонки идут. Ну что, куда идете? Прикольно. Я там деньги, да, на самом деле, прячу просто, чтобы, ну, никто этот не оборвал. Да, просто зарабатываю сразу, да, складываю, там, заглянуть их там очень много. Отличный банк. Да, значит, вообще без палева никто, никто вообще считает, среднёк, блин, здоровая эта штука, вообще огромная. Вы умеете на каком-нибудь инструменте играть? Я не думаю, чтобы выкрутил эту бумажку. На каком инструменте играете-то вообще? Нет, мы не играем. Не играете? Понятно. Слушай, дай буквально свой на минутку отойдем, очень важно. И я тебе сразу верну к подружке. Ты не против? Да, я ее. Я ее верну. Я сейчас ей денег. Не, я там сейчас денег дам. Да не, пожалуйста. Вы сейчас презервативы будете предлагать. В смысле? Тебе презервативы предлагали? Да. В смысле, уже три раза сегодня. А что сказали? Это акция такая у них была. Да? Да. Слушай, это. Тоже с акцией? Да нет. Нет, я не из акции. На самом деле другое, вдруг дело в другом, ты мне понравилось. Я просто, ну, реально шел и реально понравилось. Вот. И я хочу с тобой поближе познакомиться, пообщаться. У тебя вообще как со временем там встретиться и. Со временем у меня нормально, но у меня парень, мы 7 лет встречаемся уже. Да, ты прям твой любимый парень. Прям любимый парень, прям живем, прям дело с вами идет. Мы ему ничего не расскажем. Это не мои правила. Да не, мы просто пообщаемся, я не претендую на место твоего парня, просто пообщаемся, встретимся, выпьем чай, вон день в кофе-хаусе, и будешь дальше со своим парнем встречаться, общаться. Мы не встречаемся, мы живем. Меня, кстати, Сережа зовут. Очень приятно, Сережа. У тебя нифига рука такая, прям типа ух. Ну, в смысле? Бабушек, да? Понятно. Что ты, значит, не будем встречаться, будешь с парнем своим гулять. Ладно, давай, дай тебя обниму тогда и пойдем дальше. Я пойду дальше. Тебе хорошего дня. Спасибо. Пока. Ну, у меня, говорит, типа парень, блядь, 7 лет, начал, ну, 3 раза пробовал обработать возражение. Молодец, что вытащил ее в сторону. Вот, попробовал обработать возражение. Ну, возможно, реально, некоторые же, ну, типа, и говорят, что, типа, парень у нее, типа, такая тема. Вот, ну, пытался обработать, сначала говорю, ну, типа, мы ничего ему не скажем, она такая угорает, типа. Я говорю, легко согласилась. Отойти, да, вообще, я легко в коммуникацию прям быстренько вошел, говорю, типа, ну, ты не слышал, нет? Да нет, ну, там наушники, я иногда беру их, короче. Так надо тебе, чтобы, наверное, взять, послушать, нет? Я, говорит, буду тебе обратную связь давать. Я делаю, Серега, то есть, если близко, я подхожу, прям уши грею, короче. Ну, то есть, или что-то по невербалике, но с тобой я спокоен, насчет того, что ты говоришь, потому что... Почему? Ну, Серега, блядь, мы тебя когда отпускали, ну, блядь, у тебя единственный минус, ты очень быстро ходишь. Да нормально вроде хожу. Какая? А вон, смотри, что-то идет такой интересный. Они тут с толпой. Я сказал, что интересный этот вопрос, потому что... Если бы я был Антоном, я бы сказал, что у него парагения. Ну, это когда нижняя челюсть вот так немножко. Парагения. Ну, как это лечится, вот. Почему у всех рыжих лицо краснеет? Так я начинаю с кем-нибудь базарить, но краснеет, блядь, лицо. Вот у него тоже, там даже вообще какая-то хуйня. Божечки, ты сейчас хочешь ответ на этот вопрос? Да, да. Не знаю. Понятно. Я не знаю, чувак. Все, Серега, там? Как так легко получается знакомиться с девчинами? Так вот все, дело в гипсе, вот дело рука. В гипсе. Да, на самом деле рука вот волшебная, и так вот одевайте гипс, короче, и все. Будут получаться, в принципе. Я
за Серегу я спокоен, да и за Денчик тоже, как бы просто с Денчик да. давно не подходил, как бы, но вот. Да, расскажу, да, на самом деле, в чем секрет. Я, короче, ну, в принципе, общаюсь с людьми, но была такая штука, то, что я боялся с девушками общаться, вот. И пошел к Вове на индивидуальный тренинг, и он, как, получается, раскачал, распинал, раскрыл меня, раскрыл то, что, типа, можно подходить, общаться, знакомиться с девушками. Это не так страшно, а только лишь прикольно. И, ну, ты можешь получать от этого удовольствие и доставлять девушкам удовольствие, и сам кайфовать с этого. Вот и прям раскрыл, и я, в принципе, раскрылся. Вот этот страх свой, который у меня был, раскрыл и высвободил энергию. Раз слово раскрыл. Ну реально. Что скажешь пацанам, чувак? Сейчас, если будет, да, перебьем момент. Если будет еще сейчас время, попробуем еще хотя бы к одним намутить подходит. Что скажешь? Что скажу? Ну, как бы, если есть бабки, то идите, лучше тренируйтесь с тренером. Ну, с тренером просто эффективнее. Если нет тренера, то тогда либо сами идите, либо там хотя бы с кем-то, с тем, кто тоже это делает. И вместе тренируйтесь. Если нет бабок на тренера, ну, лучше с тренером идти, потому что, ну, так эффективнее намного. Короче, ребята, записывайтесь на обучение. Научим так же, как Серегу. Угу. Может, лучше, может, хуже, не знаю. Но как-нибудь научим. Научим по максимуму, как говорится. Спасибо. Ссылки внизу, вот там вот. Вот там вот, Серега, покажи где-то. Покажи вот свою вот. Сломанную. Вот там вот ссылка. Ссылка в описании. Записывайтесь, и с вами свяжутся, и расскажут там, что почем. Все, давайте, увидимся. Пока.